Здравствуйте, вы на канале Мегасила, с вами Владимир. Сегодня у нас обзор на такую добавку, как L-карнитин 100-тысячный ликвид от компании BioTech. Компания BioTech — это хороший американский бренд с собственными производствами в Венгрии для удешевления себестоимости для европейского рынка. То есть вся продукция, которая у нас находится в Украине, она получается идет из Венгрии. Здесь у нас идет пол-литра, мерная ложка 10 мл, в упаковке у нас 50 порций, на 10 мл у нас идет 2000 мг L-карнитина, зеленый чай и витамины В. Это хороший L-карнитин, с хорошей максимальной дозировкой L-карнитина. Вы можете давать 2000 мг, можете давать 3000 мг. То есть 15 мл это уже будет 3000 мг, 2000 мг будет 10 мл. Поэтому, в принципе, вы можете построить любую дозировку для себя. Схема приема получается: вы принимаете от 15 до 45 минут до тренировки или после еды порцию L-карнитина. L-карнитин — это транспортная система для жирных клеток до мышц. То есть в основном работа L-карнитина происходит при любой физической активности. Советую принимать L-карнитин перед тренировочкой. Он будет вам помогать не только сжигать лишний вес, но и помогать работе сердца. L-карнитин очищает нашу кровеносную систему от холестерина, поэтому его очень полезно принимать перед тренировкой. L-карнитин — это витаминоподобный у нас препарат получается. В жидкой форме он лучше усваивается. Если у вас появляются вопросы, вы можете посмотреть по ссылочке внизу в описании. Здесь там будет все, как принимать, фотографии, вся полная информация. Если у вас появляются дополнительные вопросы, пишите на наш канал. Спасибо, был с вами Владимир. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.